Это уже с моего телефона Самсунга. Добрый день, добрый день. Вижу, вижу, вижу. Здравствуйте, здравствуйте. Вижу, пошли сердечки зеленые, розовые, всякие разные. Я только что пообедала в ресторане, так вкусно, с таким удовольствием поела. Я пришла в книжный магазин. А тут есть кафе, обязательно кафе. Там второй этаж, интересно тоже. Ну, кофе я не пью, потому что уже поздно. Я утром дома кофе выпила. И пошли смотреть журналы моднячие. Моднячие. Как я люблю вот это все. Как я вот это все очень. Я вообще сзади, обычно сзади смотрю. Но так как у меня сейчас рука занята. Мы с сестрой вас обожаем. Спасибо. Так. Вертикально. Пожалуйста. Здравствуйте, Людмила. Так. Сейчас тут что-то интересненькое найду. Гуччи. Что у нас Гуччи придумал новенького? Самое лучшее. Спасибо. Привет от Волгограда. Привет Волгограду. Ральф Лорен. Обожаю вас и ваши видео. Заряжайте. Джулия Робертс. Красотка такая. Ланком. Так, я сейчас быстренько пролистаю. Правду я не люблю. Дэвид Юрман. В сети интернета не хватает, в сети все есть. Ну, не, зачем задавать такие вопросы? Не нравится, отключайся, иди гуляй. Ваша комната в красном-черном цвете добрит и придает настроение. Последуй вашему примеру, пожалуйста. Ой, как красиво. Ой, как. Ой. Вот это мне нравится, сочетание. Привет из Нью-Йорка. Привет Нью-Йорку. Шанель нравится. Так, ну это нам не нужно. Казахстану привет. Латвия привет. Люблю ваши домашние видео. Спасибо большое. Вы наш цветочек. И вы мои цветочки. Счастливое Рождество. Адам Бланш. Привет из привет Ташкенту. Я заметила сейчас какие-то все, если раньше выбирали самых красивых девушек для того, чтобы они становились моделями для журналов, сейчас я смотрю, выбирают не очень симпатичных. Я вижу, даже выбирают у них между зубами такая щербина большая, не щербина, а такой просвет. Или там слишком много веснушек, или нос какой-то сильно вздернутый. То есть раньше, вот несколько лет назад, у таких девушек шансов не было. А сейчас ваша комната в красных тонах такая сексуальная. Что? Анах Соло умрет. Ничего не поняла. DKNY, я не очень. Донна Каран не очень. Не очень мне нравится. Внучка красавица растет. Марыбочка, золотая шаны. Ух. Краснота сплошная. Ты для нас лучшая модель. Привет с Кавказа. Привет Кавказу. А, Людмила, вы считаете скрытую? Я прошу мне таких вопросов не задавать. Я знаю, что скрытая камера есть. И пусть себе делает свое дело, она мне, как сказать, она мне приносит дополнительную рекламу, за что отдельная благодарность. Но я никогда туда не захожу. Я же не мазохистка. Люда, ты такая классная, мужики, наверное, толпами ходят. Да, вот толпы стоят позади, да. Привет, Сиу. А где Никуся? Вопрос такой хороший. Я сижу в магазине. Вот как ты думаешь, где может быть Никуся? Вот на третий раз, на раз, два, три. Красный цвет спальни означает любовь. Да, передавайте привет. Северина, привет. Ростов-на-Дону, привет. Дживенши. Ладно, я хотела просто посмотреть журнал и чувствую, что я не смотрю его, я читаю ваши комментарии. Ну, с трех раз догадайся, где Никуся. Вот под столом сидит. Как собираюсь встретить Новый год? Никак, с ребенком. В моем возрасте надо Новый год встречать уже с внуками, с тем, чтобы дать детям погулять. Я в свое время нагулялась, а теперь уже в свое время мама сидела с моими детьми громадно, и спасибо за это. А теперь мой очередь настал. Теперь я должна сидеть с детьми, дети должны гулять. Ладно, хватит. Настроение в ноль. Смотрю. Пусть делает рекламу, только лучше делает. Да, пусть делает рекламу. Я заметила, что некоторые популярные личности даже страдают от того, что желтая пресса не работает. Они даже сами заказывают себе какие-то гадости, какие-то скандалы выдумывают. А мне и думать не надо. Какие книги любите? Все люблю книги.
Где позитив? Нет, у дома оставила позитив. Так. Кишинев, привет. Секонд-хенды есть, но я туда не хожу. Я не люблю, я боюсь там. Фу, там так запах, такой запах неприятный. Я ощущение, что это где-то с мертвых. У меня там пару видео есть. Серьезное. Серьезное, потому что я смотрю журналы и хочу что-то найти интересненькое. Ну, как обожают эту полоску. Ладно, все, ребятки, я тогда закрываюсь. Я просто замечу. Оп-оп-оп. Пойду сегодня красить себе ногти, делать маникюр. Буду завтра красиво. Ой, какой цвет шикарный. Майкл Курс, да, крутой. Раньше в школе дергали девчонок за косички, влюбленные мальчики, да. Ждем гости в Москву. Нет, в Москву я не поеду, мне там делать нечего. Я вас смотрю с 11-го года. Смотрю, 5 лет. Здорово. Ладно. Вау, черная с красным, это вообще сказка. Вау, вот это да. Надо эти ботинки купить и себе в комнате поставить. Шутю, 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 шутю. Ладно, сейчас еще, вот у меня еще два журнала. Вот этот и вот этот. Все, 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 пока, пока, пока. Всех люблю, целую, будьте счастливы. С наступающим Новым годом. Спасибо за сердечки. Спасибо, Алмата. Остановить.